Итак, всем трям. И до утра. Времени суток это кого? Лохи Дмитрий. И ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, например, подпишись в видео до конца, досмотри, в общем-то, участвуй, тебе не сложно, приятно, мне поддержка, мне мотивация, и мы... Это что, акула? Стой, нет, не акула. И мы продолжаем сверхувлекательное путешествие Тревора-эколога. Да, где-то тут должна быть бочка. Кто-нибудь ее видит? Нет. Бочку. В прошлый раз мы с вами нашли какую-то очень жуткую цистерну. Вот. Какую-то очень жуткую цистерну. Правда, рядом с ней лежал вполне себе приятного вида автомат. Вот. Это было здорово. Ну, может быть, не так уж прям, чтобы супер здорово, но вполне себе, знаете. Да-да-да, сохранись. Так, продолжаем. Ну, если перезапустить. Да иди твою в корень, а. Что ж ты выключил-то? Давай. Next. Вот, мы продолжаем сбор денег. Вот, я почитал специально про... Ну, вообще, как про всю эту тему с... вот этим вот ловушками. Типа, там, оказывается, есть какое-то еще потом задание. Ну, ладно, я уж не стал разделять их. Вот, что, типа, берем Майкла, сажаем вот в эту хрень и плывем. Ну, ладно, фиксим. Оставлю. Вот. Почитал в плане того, что неважно, кто будет здесь плавать, деньги все равно получает Тревор. То есть, в принципе, я говорю, это задание можно было бы использовать в качестве этого, ну, развития плавания. Ну, то есть, что-то квант получаешь, и что-то как-то я, блин, забыл про квант посмотреть. Надо вниз посмотреть, что-нибудь интересное, потому что найду. Жалко, что этот трекер, ну, работает вот, ну, в телефоне только вот в таком варианте. Ну, что, согласитесь, было довольно прикольно поплавать именно... в ручном, скажем так, режиме. С аквалангом. Прям взять на телефон. Хочется спросить. Почему нельзя настроить? Так, там метраж. 52, да? Ой, тихо. Я слишком много играл в Сабнафтику. Я так и жду, когда сейчас Левиафан где-нибудь заорет. Жмется. Хотя, конечно, честно вам скажу, если бы в этой игре предусмотрели вариант с появлением какой-нибудь жуткой Хари из воды перед тобой, чисто по приколу, я бы капитально обосрался. Я очень боюсь подводных пространств. Вот, серьезно. Прям вот очень-очень-очень сильно. Не знаю почему. Ник. Тихо, вверх, вверх. Не бьемся, нищим не бьемся. Вот, если передо мной что-то я такое появилось. Да. Как говорится, бельишко менять пришлось, без вариантов. Хотя, я думаю, тут кто угодно испугался. Пить ты всплываешь, зараза. Сдавай. Вот удивительное дело, что... Я имею в виду, вот в GTA как-то не получается у них сделать... Ну, я не знаю, может, они, конечно, радуют за типа реализм, но вот почему эта подлодка, она не держит, ну, как бы, глубину? То есть ты плывешь, она начинает потихоньку всплывать. Это зачем? Ну, то есть вот для чего это сделано? Почему вертолет не может лететь по прямой? Я понимаю, что он в реальности... Хотя почему нет? В реальности уже летит по прямой. Его же не мотыляет туда-сюда, вверх-вниз. Ну, понятно, там от погоды зависит, еще что-то от ветра. Ну, один черт. Здесь обязательно ты либо жопой кверху, блин, либо жопой к низу, либо еще как-нибудь. Один черт, как-то криво это все происходит. Давай-давай-давай, всплываем, всплываем. Отпусти. Так, нам туда. Ух ты, впереди у нас пирс. А, пирс, пирс, это интересно. Тут мы, помните, с Франклином плавали, раскачивая себе. Кстати, надо будет с учетом появления бати... ну, вот этого батискафа надо будет... Да то что? А, вон он. Люди Мадрас. Ну давайте, ребят, давайте. Походьтесь за мной. Флаг вам в руки, ребят. Как говорится, гранату в одно место. Слушайте, ну вообще респект. Респект людям Мадраса.
Посмотрите, как ребята ответственно подходят к этому делу. Они же меня нашли. Несмотря ни на что, я находился под водой, и они узнали, что я здесь. Интересно, они в воду прыгать будут? Эти мадрасы вас нашли. Серьезно, да? Не, молодцы, молодцы. Зря смотрю, ребят, молодцы. Ребят свою работу делал. Поиск. Так, что-то мне подсказывает, что мне туда. Можно всплыть, пожалуйста. Можно всплыть, блин, но я хочу сверху посмотреть. Подождите. Вот мы повернулись. Так. Туда. Все понял. Поплыли. Скорее всего, нам в этот, в проливчик. Да, к сожалению, здесь не предусмотрено, как я уже говорил, как в прошлый раз я там тыкался в берег в надежде, что найти какую-то подводную пещеру или еще что-то. Нет, к сожалению, здесь, видимо, такого нет, ну а если есть, то, ну, не настолько доступно. Да, пожалуйста. Конечно, раздражает то, что я не могу нормально, блин, камеру задрать. Ты либо в жопу этой лодки смотришь, ты как это, ты в любом случае смотришь в жопу этой лодки. Ну, либо ты смотришь на эту жопу сверху, либо снизу, блях. Тоже придумали ограничения. Так. Люди, матрасы. Че он так психует? Ну, похитили у него жену. Как будто он ее любил. Или у нее этот инстинкт вахтера-собственника. Моя! Не знаю зачем. Моя! Моя! Не пускают! Не трогают! Пусть лежит! Я думаю, многие с таким сталкивались. Главное мое и главное туча. Так. Ну, черт его знает. Давайте попробуем сюда проплыть. Я не уверен. Подожди-ка. Где-то справа от меня, да? Справа. Тут, тут. Что-то я думаю, что да, я сейчас сильно не прав. Все, видимо, надо отплыть эту территорию. Видимо. Надо ее плыть. Я сейчас прям зажимаю shift, чтобы он не погружался, но подохнет так. Практически с этими волнами это бесполезно. Давай, все. Так, погружаемся нафиг. Это сейчас заколебемся. С этими волнами туда-сюда. Ни черта не видно. Не знаю, как у вас, а даже мне ни хрена не видно. Ну ему, тигренка, черешка. Эх, где ж ты? 3D-визуализация сабнафтики. Как там этот сканер? Пум! И нарисовал тебе все. Красиво. Неважно. Главное, чтобы, как говорится, хватало мощностей, чтобы это все вырисовывать. Да, поглубже. Ну, тише, тише. Че, не так глубоко. Вот сейчас он всплывает. Ну что это такое, блин? Ну что мотылять постоянно? То вниз, то вверх. Ну может, почему нет кнопки выровняться? Ты обязательно должен плыть либо вниз, либо вверх. Ну почему нет кнопки вот как это? Вот, почему я должен ручками это все выравнивать? Автоматические кнопки удерживать, грубо говоря, ну как высоту, не знаю, там, глубину. Называйте как хотите. Так, ну вообще было сказано, что типа плывите вокруг этой территории. Вряд ли нужно заплывать еще туда. Уж там-то взяться этим. Там, как его обозвать-то? Там-то взяться этим
бочкам, наверное, ниоткуда. Внутрь, в бухте. Потому что как-то было бы слишком лихо. Я, конечно, понимаю, что многие чиновники, как говорится, продадут свою маму ради спокойствия. О-о-о! Тихо! Ты кто? Фу ты, чё понастроить тут в океане, блин! Ёкаламане! Не, ну, врезаться в столб на машине — это еще куда ни шло, но врезаться в столб на субмарине — это уже перебор, знаете? Это слишком круто. Можно, блин, просто переносом опа, на тебя получите, блин. Это слишком. Вообще, вот тоже было сказано, например, да, что типа на субмарине можно находить там вещи, чемоданы с деньгами, еще что-то. Как по мне, скорее всего, в этой статье опять преувеличили. Ну, то есть, видите, вот за все это время, по логике, ведь если подумать, вот под этим заданием, да, должно находиться большое, ну, в процессе выполнения этого задания, именно примерно по твоему маршруту должно быть раскидано большое количество каких-нибудь веселых, ну, забавных штук. Ну, типа там все те же какие-то. Чемоданов с деньгами, диетик, пушек каких-то левых и так далее. Чисто по приколу. Ну, чтобы ты их мог находить. Ну, скажите, я вот шел по одной, ну, много я там нашел. Ну, вот, вот, вот одну пушку, все, одну нашли. Не более того, всего одну, больше не было. Не знаю, как по мне, это неправильно. Все-таки, ну, во-первых, должно быть больше, потому что можно было побольше раскидать, именно прям раскидать. То есть до хрена таких вещей. Просто потому что, ну, один черт, ты не будешь потом на субмарине их выискивать. Ну, найдутся, конечно, маньяки, которые могут таким позаниматься. Я, например. Вот, ну, будем честны, много таких людей. Да нет, конечно. В онлайне еще, да, скорее всего, есть поболее таких. А вот именно кто в сюжетке будет этим заниматься? Да нет, сомневаюсь. Так вот, раз, это тоже тема с этими людьми мат. Нет, конечно, очень смешно, что они меня находят в субмарине. Респект ребятам. Они реально мониторят территорию. Но вот вопрос, да? Вот сколько у этого матраса людей? Ну, серьезно. Ну, допустим, ок, вот он выслал за мной две машины, да? Я их прибил. Еще две машины, еще две машины, еще две машины. Хочется задать вопрос. Нет, ну, может быть, все-таки имеет смысл какой-то ограничитель поставить на них? Ну что у этого матраса там? 50 футбольных команд, что ли, в распоряжении? Батальон личный или что? Сколько у него может быть народу? Машина взорвана? Да. Люди убиты? Да. И? То есть вопрос при таких, как говорится, человеческих активах, люто преданных ему, почему он до сих пор в этом городе не самая главная чушка? Вопрос. Так. Вопрос хороший. Да-да. Да что ты будешь делать? Ой. Как там? Первый раз будь здоров, второй раз расти большой, третий раз ты заебал, ты чихот. Простите меня за мой французский, но на это видео я ставлю 18+, так что уж если материться, так что попрошу не руаться. Так, видимо, правильно, слушай. Нет, реально, не хватает кнопки выравнивания, вот как капслок у вертолета, в Сандрасе, по крайней мере, такой был. По-моему, дальше уже не было. С четвертой не помню, ну, с четвертой вертолет вот особо не пользовался, там и негде. Где там летать-то особо? Какого лицефина? А черт его знает. Далеко. Что-то очень далеко, по-моему. Ну, смотрите, вот сколько времени я уже двигаюсь, да, он вообще не двигается, не это. Явно понижение. Глубже. Ближе, бандерлоги, ближе. Глубже, потискал, глубже. Висим в пустоте, а ну там что-то высвечивается. Да где оно, блин, елки-палки? Серьезно, уже так далеко. Вот смотрите, опять всплывать начинает. С 9, 28, 27.
Ну зачем это сделано, а? Ну нафига вот вопрос? Почему он по умолчанию не выравнивается? То есть заметьте, вот я сейчас отпускаю кнопку углубления. Вот 34, остановился. 34, держит 33, 30. Вот пошел на сплава. Ну что это такое? Ну нафига, блин? Ну зачем? Нет, серьезно, ну неужели это так сложно прописать? Да-да-да, я в курсе. Матрасы начнут за нами охоту. Матрасы они такие. Злобные. Опасные матрасы. Так где он реально? Тут что такое? Я вот немножко, знаете, что побаиваюсь? Что... Как бы... Все-таки пронес у меня на башке. Сколько времени там квакал, квакал. Ой, да ладно, серьезно. Я уже думал, все катер приобрел. А чё? Ну там видели, может, отметочка одна летала над водой. А и чё, они в воду нырнули, что ли? Да ладно, он с разгона в воду улетел. А, да, ребят, фанатики. Фанатики своего дела. Я просто понять не могу, знаете чего? Я, точнее, чего боюсь? Что вот сейчас не получилось, что я сейчас плыву в одну сторону, да, за бочкой, а потом окажется, что несколько бочек у меня осталось там где-нибудь. Ну, грубо говоря... где-нибудь сзади там или еще что-то такое. Вот чего я побаиваюсь очень сильно. Не пришлось бы мне потом в обраточку пилить. Все-таки и так время дофига уходит на все эти проплывы. Выполнить-то охота. Тревор же, тот еще эколог. Что, не знали? Тревор и экологи — это братья навек. Или как там, не знаю. Ну, в общем, короче, Тревор любит экологию. Очень любит. Очень-очень-очень-очень сильно. Еще поищите такого эколога, как Тревор. Вряд ли найдете. Где она? Блин, хоть бы расстояние показывает. Или вот тоже, да? Вопрос, почему показывается... Хотя, блин... Да-да, привет-привет. Не ори. Не ори, не дома и дом не ори. Да вспомни ты. Плывем, плывем. А, это касатка. Красивка. Кстати, ну касатка красным не отмечается. Значит, все-таки, видимо, не опасно. Хотя это странно. О, чешутся, чешутся. Вы посмотрите, сколько их. Ну, при всем моем уважении к этому матрасу, блин. Слишком ли круто, сударь? Можно, конечно, устроить веселье. Сейчас пострелять по засранцу. Где он? Вот. Зарыт в амбаре, пулемет. Ну и матросы. Люди Мартина Мадраса. Покажите голову. Бежит, бежит. Попал. Там полицейский с ним что-то перестрелку устроили или что, не помню. Похоже на то. Не, я в полицию стрелять не буду. Зачем мне это? Вон, вон еще один матросов бежит. Эх, не зря снайперку купил. Хорошая собака. А, у тебя только это? Странно. А, да, точно, Тревором-то я еще. Магазинчик-то не ездил. Хе-хе-хе, мадрасовский там получается. Это правильно. Чуть-чуть, подождем, мы не гордые.
Сейчас немножко проредим количество матросов. Ну, там полиция не сдает. Красота. Давайте, давайте, ребят, воюем. Воюем. Да. За Мартина Мадраса. Мартин Мадраса. Еще все. Так. Вот сейчас я смотрю. А, вон они даже. Вон, вот этот мадрасовский. Думаю, да. Ну, я так не играю. Ну, что это такое? А, подожди, мне уже скрипт перестали. Эй, ёлки-палки. А чё вы там-то встаёте? Где? Упс. Вон они где. Нет, мадрасовских чуть больше не видать. Они где-то есть, но... Не, ну похоже веселье закончилось, да, они что-то там... Где-то тусуются, кто-то где-то там сидит. Давайте, ребята, Мартин. Подходить. Погружаемся. Привет, привет. Вот так вот. Немножко проредив идиотов Мартина Мадраса. Мартина Матроса. Местного матраса. Короче, господи, поизгалялся уже над именем. Извините мне все. Все Мартины и все Мадрасы. Я не над вами. Я над конкретно этим придурком стебусь. Да опустись ты вниз. Ну что ты прям вот. Прям вот его прям тащит вверх. Это как, знаете, вот управление вертолетом напоминает. Когда ты повернул налево, а тебя потом раз и назад. Раз и назад разворачивай. Чуть-чуть, но назад. Так, ух ты, какая-то труба. Тише, тише. Какая-то труба, это интересно. На выход. Ну, конечно, всплывет зараза. Тише, тише. Тревор, ты чё? Да, блин. Чё за фигня? Я пытаюсь вам в трубу попасть, но Тревор прям это... Да ладно, нельзя. Ой, как обидно, блин. Блин, жалко. Давай, давай, плыви. Русалочку в грязных труселях. Так, объем легких Тревора мы взяли. Давай, давай, вперед, вперед, вперед. Да плыви ты, морда. Ладно, объем легких Тревора качнули. Ну нет, я всем качну. Раз пошла такая пена, блин. Мне нравится плавник. Вроде бы. Так плавник не опасен. Опа. Ага. Ныряй. А жаль, что в трубу нельзя залезть там. Жалко, честно говоря, немножко. Ну а что, это было бы интересно. Почему нет? Спрашивается. Да ладно, кит. Это прям кит, это прям, ну, то есть это интерактивный объект, да, тебя аккуратненько. Слушайте, да. Извини. Прости! Прости! Ай! Вот это я скотина! Ай, что ж я наделал-то? Блин! Чувак, неужели так сильно ударил? Ах, прости меня, приятель. Я ж чисто проверить хотел ты. Ну, зашибись, блин. Хоть бы отмечали на карте, а то привыкаешь, что в таких играх обычно все эти объекты, они либо удирают, либо хрен, ну, либо просто неактивные, блин. Ну, все. Негатив на весь день. Я кита убил. Ни за что, ни про что. Все, Тревор, кита убийца, а? Людей Мадраса тебе было мало.
помнишь? Что с управлением? Не, ну какие-то плюшки тут, конечно. И какие обломчики шваляются. Какие. Ты ничего-нибудь вид. И я ничего не вижу. Одна еда в лодке. А жаль. Ну, вроде обломки какие-то. Могло бы что-нибудь интересное валяться рядышком. Чего-то я ничего не углядел. Хотя, может, я слепошарая морда. Ну, то есть, да, я слепошарая морда. Но, может, я в данном случае я совсем слепошарая морда. Это большая, все-таки большая недоработка, что он всплывает. Очень неудобно. Но в плане именно исследования это реально звездец. Ну что это, зачем он всплывает-то? Погружимся. Цель найдена. Опа. Пошли к цели. Давай-ка пониже. Пониже, пониже. Ниже, ниже, ниже. Опускайся, опускайся. Тут прямо лежат какие-то обломки. Я ничего не вижу. А вот, собственно, и весь оставшийся самолет, да? Жути. Кто-нибудь что-нибудь моргающее? Так, это вот здесь я, по-моему, ползал. Что-нибудь подмаргивающее. Не знаю, лично я ничего не вижу. Я вижу только какие-то объекты. О! Вижу! Что-то моргает. Аптечка. Серьезно? Блин, да вы издеваетесь, а? Ну, ёкалома. Ладно, давайте тут так обплаваемся. Аптечка. На кой черт мне здесь аптечка, а? Касатка отбивается. Так, надеюсь, меня кусать не будет. Надеюсь, нет. Надеюсь, они не будут мне мстить. За своего друга кита. Лежит на дне аптечка. Бляха-муха, а? Как говорится. Ну что, серьезно, и здесь ничего нет? Да вы издев... А, нет, автомат. Автомат. Ну, ну ладно, окей. Нашли еще один. Еще одну пушку подводную. Мне все-таки бы деньги больше привлекли. Что уже? Давайте все-таки все здесь облазим. Немножечко поплывем спокойно. Тут какие-то. Тревор как-то не. Как-то останавливаться перестал, когда. Куда ты, Тревор? Успокойся, стой! Блин, я не знаю, у него управление какое-то такое фишу. Впечатление, что он это, ну, как будто в ластах, знаете, вот ускорение типа дал и остановиться сразу не может. Так, спокойно. Так, спокойно сверху осмотреться, может что заметил. Да не, да куда ты вниз-то опять морду опустил? Ну, это, конечно, да, это интересно. Ладно, пойдемте к нашей лодочке. Все-таки
Ну, интересно, но вот, честно сказать, овчинка выделки не стоит. Ну, нашел я этот один автомат, и чё? Ну, вот так вот, по большому счету, да? Ну, будешь ты потом сюда нырять? Ну, нет, конечно, это ж... Ну, как, прикольно, конечно, обнаружить, но я все-таки, ну, я, знаете, а чемодана с бриллиантами тут нигде нет, а? А, народ, давайте небольшой перекурчик. Так, наведемся сразу на цель. Где-нибудь у нас потом. Где-то рядом. Вот так вот. Встанем. Escape. А. Ну, все равно escape. И перекур.